Приветствую, друзья. Комменты, пожалуйста, пишите здесь тоже, а не только в личку. Потому что там все пишут. Пишут, друзья, спасибо вам большое за ваши благодарности. И вот комменты, когда вы здесь пишете прямо под роликом, то школа наша расширяется, и мы вместе поможем всем. Вот это очень важно, потому что вместе мы сила. А теперь я вам расскажу коротко за одну минуту случай, который у меня был в канале. Там меня привели в какую-то клинику, мои друзья, врачи. И там после аварии лежал в кровати человек. И он был такой согбенный, они никак его не могли рассказать. Я им сказал такую простую вещь, что человек после аварии и вообще человек... После любой аварии, ну, например, у него паники или страхи, или он работает над каким-то произведением, он как бы невольно сжимается. И поэтому нужно это сжатие усилить, а потом он разожмется. И они ему на кровати сказали: ну ты так все время согбенно сжимаешься, сожми сильнее, сожми сильнее, сожми сильнее. И он потом легче расслабился. Вот это очень важно. Почему это происходит? Потому что поза эмбриона. Беззащитная какая поза может быть у вас, а в позе эмбриона вы защищены. Да, и поэтому организм так устроен эволюционно, что в позе эмбриона вы хотите как бы невольно. Но организм так устроен. Когда у вас какая-то проблема, вы невольно напрягаетесь. Поэтому нужно напрячься несколько раз. Кулачки, видите, кулаки у меня, а у вас могут быть еще больше или меньше. Это не важно. Кулаки сжимаете, плечики вот так вот, голову в шею туда несколько раз. Это такой прием выдающийся, который мой сын Олен Алиев, психолог, прекрасно вам покажет на нашем вебинаре, который состоится. Ну, смотрите объявление под ролик. Итак, друзья, если у вас страхи, если у вас напряжение, если вас сковывает, несколько раз вот так сделайте. Прекрасный прием. А вы его еще на вебинаре увидите в лучшем виде. До встречи.